Всем привет, ребят, с вами мистер Баночка. Сегодня записываю очередную серию без донатика. На этот раз мы будем открывать контейнеры, поэтому данное видео может получиться достаточно недолгим. Ну, как есть. Сегодня я выполнил заданочки, третья неделя цепочечка моя заканчивается. Я забираю призы. Получаю еще два контейнера. Один контейнер у меня уже был на этом аккаунтике. Итого я имею три контейнера. Откроем сегодня, посмотрим, что мне выпадет. Будем надеяться, что что-то хорошее мне сегодня упадет. Давайте уже приступим. Откроем первый контейнер. Давайте только, пожалуйста, не белое. Ну, пожалуйста. Попрошу вас, только не белое. 125 ремки. Ну, не белая, но нара, блин. Ну, ладно, аптечки как бы да, шикарно. Мне на этом аккаунте это полезно. Как раз аптечек у меня не было, но хотелось бы что-то получше. Давайте, пожалуйста, со следующего контейнера упади мне что-нибудь красивое. Например, красочка. Да только не белая, только не белое. Синяя! 25 тысяч кристаллов, это божественно, это шикарно, просто супер, что я могу еще сказать. 25к крисиков на таком звании, это дорогого стоит. При том, что я коплю на смоку, на ее микропрокачку, и эти 25 тысяч мне могут очень пригодиться. Давайте быстренько откроем последний контейнер и будем надеяться, что мне упадет какая-нибудь красочка топовая, пожалуйста. Или бы красочка, либо что-нибудь синенькое. Я бы даже не против от кристаллов или премочки, что-нибудь такое, давай. Белое, ясно. А мне говорят, не офигел ли ты с двух контейнеров и так поднимать неплохо. Поэтому на тебе ДДшечки. Ну... Что имеем, то имеем. ДДшки, аптечки и 25 кокри. Я бы не сказал, что это плохое открытие, так как нитр мне не упало, мин мне тоже не упало. И считать это открытие провальным или печальным я точно не могу. Не такое, конечно, сверхуспешное. Если бы три бы контейнера на кристаллике упало, было бы, конечно, получше. Но не такое печальное, да, да. В принципе, неплохое. На этом, ребят, я буду завершать свое видео. Вот такое вот небольшое оно у нас получилось. Если понравился видосик, то обязательно поставьте палец вверх. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Приходите на ежедневные стримы. Там мы вместе можем поиграть и на бездоната моем, и на других аккаунтиках. Также оставляйте свои комментарии. По комментариям я буду выбирать победителей на халявные золотые ящики. Если вы любите халяву, любите голды, то обязательно комментируйте данное видео. А на этом все. Спасибо, что были со мной. Всем спасибо, пока.